Всем привет-привет! Вы на канале Дневник Натали. Доброе солнечное утро, друзья! Привет из Норвегии! Сегодня 20 июля. Мы с Шекелюшкой на прогулке. У нас тепло. 23 градуса. Вчера мы ездили на прием к врачу. Врач понравился. Молодая девушка. Такая прям очень внимательная. Все выслушала, все записала. Назначила мне еще на 3 приема. 24-го пойду, она меня возьмет, анализ крови сделает, кардиограмму сердца. Затем еще один анализ у меня возьмут на вирус папилломы. И потом уже в августе, она сейчас уходит в отпуск, в августе к ней прихожу, уже когда будут ответы на анализ крови, и тогда будем решать. По поводу лекарств, которые я пью, все ей показала, она говорит, ну да, ты можешь пить, но длительное время их нежелательно принимать. Сказала, что лучше, как бы, если я выберу, то пропить таблеточки, содержащие эстрагон. Вот они как бы лучше помогут. И я сдала общий анализ крови, она еще возьмет кровь, посмотрит по витаминам. Я сказала, что у меня усталость, слабость, ну все-все ей рассказала. Все проверит и тогда уже назначит лечение по анализам. Так что надеемся, что все будет обязательно хорошо. Все нормально, уже как-то, вот знаете, прям кардинально отличается прием до того и который был у нас вчера. Вот. У нас небольшой ветерочек, тепло, вообще здорово. Такое солнышко. А завтра после обеда дождь обещают. Не знаю, может на пляж поехать. Дома не сидеть, ловить солнечные лучики. Да, Шекелёха? Ты мой сладкий мальчик, хлопчик. Да, и еще хочу сказать по поводу видео. Там, где мы ездили на экскурсию на ферму. Там понаписывали, ай-яй-яй. Вы едите оленей, лам. Ужас, там такие комментарии, просто, люди, о чем вы пишете? Это ферма, это туристическая зона, туда привозят туристов, никого там не убивают, не едят. При нас ни одно животное не пострадало. И как можно такое писать? Вы ходите в магазин и покупаете яйца. Вы не задумались, что вы едите не родившиеся детей курицы? Ай-яй-яй. Или вы можете ай-яй-яй только другим писать. Точно так же вы покупаете говядину, кролика, диетическое мясо, свинину, курицу, индейку. Или это неживые существа. Одно дело, когда при вас там это убивают, разделывают и все такое. А другое дело... Это то, что вы покупаете в магазине. Здесь, в Норвегии, во всех магазинах продается колбаса из оленя, из лося, из ламы, из кита. Поэтому здесь это нормально. У нас сегодня просто Африка, плюс 24 градуса. Мы собрались и едем снова на пляж. На красивый лазурный пляж. Артур. Здравствуйте. Навигацию. Да хоть и помню, куда ехать, но все равно как-то с навигатором. Приятно, когда с тобой общается хороший человек. Да. Так что... Это она про себя. Я хороший человек.
скромность наше все. Все, ребята, пристегивайте ремни безопасности. 13 километров, 18 минут езды. Так что чай, кофе. Как я когда-то говорил, когда спрашивают, сколько там ехать? Я говорю, полчаса езды, а нам до этого места. И едем спокойно. И все. Боже, без мяса. Хвост, ну, без рыбы. На рыбалку, когда выезжали с друзьями, а друзья говорят, сколько туда ехать? Я говорю, ну там час езды, а нам по барабану, понимаете? И все, потому что для рыбака 7 километров это не крюк. Да-да-да. Так что поехали. Мы пришли на пляж. Водичка подошла. Холодная. Людей на пляже много. Детки купаются. Там Артур с сыном общается. Ладно, хорошо, давай. Весело. Смотрите, какая водичка. Холоднее вода, чем была тот раз. Класс. Погода отличная.
готовы нырять в холодное ледяное море? Море. Там, где айсберги. Плывем среди айсбергов. Да. Умело. Раз, два. Давай в воду. Смотрите, сколько рыбки. Рыбки, которые делают педикюр. Не, малька очень много. Сейчас уплыл, не видно. А вот он. Надеюсь, что видно. Если сильно быстро, то как в прорубь можно? Давай, заходи. Я тут раз плавал, ты этот раз. У меня нет бубенчиков, но я думаю, что они вот тут. Давай вот тут. Ну, держись, норвежское море. Да. Наталья первый раз окунулась. Дыхание. Кот выскочил. Спасите только. Давай еще разок. У тебя шорты сухие. Карманы сухие, да? Да. Котяра хочет убежать. Котяра замерз. Я молодец, ну давай. А что я? Мне раздеться надо. Это ты в одетой какой-то купаешься. Я так, чтобы мне теплее было. У нее просто купальника нет. Я кто ж ожидал, что мы сможем так. А так теплее после воды. Ой, после воды. Давай. Занырну тоже. Ждем. Какая молодец. Артур не ожидал, что я у него такая смелая. Давай, Артур, давай. А что давай? Как я? Я не боюсь. Ох ты, ёж матрёшь. Вот теперь реально в нас зашли. Мои? И твои тоже. Ой, главное, чтобы волны не было. Не делай пузыри. После горохового супа. Сюпе. Эртер-суп. Эртер. Эртер, да. Эртер-суп. Эртер-суп, гороховый суп. Сюпе. Эртер-сюпе. Тюлень на пляже. Очки надо было одеть и сразу так нырнули ко мне. А, обмываться хуже всего. А ты не обмывай. Ой, молодчина. Еще раз. Вон, видишь, тюлени как купаются. Ой, какие молодцы. Давай. Чуть-чуть хотя бы. Ой, молодчина. Свежо? Хорошо. Как иголочками, да, колючими? Жопу вот так вот сводит. Это... Ягодицы вот так вот сводит. Надо чуть-чуть... Согреться? Да, чуть-чуть согреться. Вот так, сейчас постой, и все, будет теплышко. Ой, классно. Ну, вода сыпь. После проруби. Да, давно не ощущал такие впечатления. Когда-то обливался холодной водой даже. Вадюха Затейщиков, тебе привет огромный. Помним твои первые ощущения с дочкой в проруби. Да. Теперь мы повторили. Поверь, такая же самая ситуация сейчас. Хоть и солнце, но вода такая же. А соленая? А мы без пива. Да, мы без пива и без таранки. Ну ничего, дома нагоним. Что, пойти взять очки, да нанырнуть? Давай. Смысл? Я тут все знаю, тут ничего интересного.
Уже теплее, да? Вышел чуть-чуть, постоял. Уже не так страшно заходить. Аккуратно. Ой, не, все равно еще так. Хорошо. Все, загораем. Как будто в мультике, помните? Хорошо, ух, хорошо. Может, хватит? Да-да. Может, хватит? Пошли расстилать. Покрывало и поваляемся. Говорит, нет, я всегда утром плаваю, как суслик и хомячок, да? Хомяк, я всегда по утрам плаваю, да? Вурдан хардюде. Харебра. Я забыла, что еще можно спросить. Вот так вот, видите, норвежский учим. Вильки да хварей, да? И да, хсуль. Лид овершин. Я. Идахсу лид овершин. Вилькинградер. Градер. Чуе сире градер. Я. Наташа вместо да всегда говорит я. Хотя я это да, а яй это я. А она вечно вместо яй, вместо я говорит яй. И поэтому она, когда ей говорят, допустим, ты хочешь это, она яй, я. Не да, говорит, а я. Я на всех языках мира. В общем, красота, просто красота. И это не море, это Артур. И море тоже хорошее. Подловила на крючок. Море тоже хорошее. Да, пойдет так, пойдет. А мы приехали сало поплавить, как раз хоть чуть-чуть сало сплавим. Похудеем немножко. Думаешь? Надеюсь. Плюс 24. Только плавленый сырок получится. Все, отдыхаем. Или просто горячие шланги, да? Позволите мне пойти в берег.